За одним столом представители молодой гвардии и депутаты совета муниципалитета. Одна из задач, которую ставят перед молодогвардейцами на краевом уровне – помогать депутатам в их повседневной работе. По словам Светланы Хижняк, уже сегодня молодые активисты – незаменимые помощники при организации самых разных мероприятий. Огромное спасибо за то, что они всегда отзываются, очень, наверное, энергичные, горят всегда новыми идеями. Все наши мероприятия социальной значимости – это, конечно, совместно с молодой гвардией. Анапское отделение молодой гвардии является передовым сегодня в Краснодарском крае. Безусловно, это сказывается здесь, наверное, и особый статус города Анапы, как город воинской славы. И вот это вот патриотическое настроение, конструктивное настроение молодежи, оно, безусловно, дает такой прорыв в тех социально значимых общественных мероприятиях, которые здесь сегодня реализуются. В активе Анапской молодой гвардии помощь в организации участия практически во всех городских акциях и социальных проектах. До 3 июня отделение подготовит видеоролик о героических страницах истории Анапы на общероссийский конкурс. Мы покажем Анапа, город воинской славы. У нас совсем скоро, 12 июня, будет 190-летие присоединения Анапы, вступления в состав России. И в сентябре будет 75 лет освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. В планах местного отделения расширять число активистов. В свою очередь, в крае дают установку на формирование кадрового резерва для органов власти и депутатского корпуса компетентных и ответственных управленцев. Александр Ребека, Роман Беркалеев, Анапа регион.